Доброго времени суток, друзья! Счастья, радости, солнца, хорошего настроения, свободы и благополучия вашему дому и вам лично. Всем здравствуйте, как меня слышно? Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, ваши десяточки, если меня слышно хорошо. Угу. Благодарю вас. Со связью у нас все отлично. Приветствую все регионы. У кого-то ночь, у кого-то вечер. И я благодарю вас, что вот в такие праздничные дни вы приходите на встречу, чтобы познакомить людей с такой информацией, чтобы самому разобраться, да, и используйте по максимуму ту систему, которая помогает вам, собственно, делать свое счастливое будущее. Хотелось бы узнать, если у нас гости, те, кто с нами первый раз на нашей встрече, ставьте, пожалуйста, семерочки. Те, кто с нами впервые, будем с вами знакомиться. Мы расскажем, точнее я, да, пока расскажу вам информацию очень любопытную, очень интересную. Ваша задача, ну, послушать где-то, да, вопросы задать в конце вебинара и сделать выводы, да, принимать для себя в жизнь эту информацию или нет. Ставьте семерочки те, кто впервые с нами, либо те люди, которые только подключились, те партнеры, которые в новичках у нас в корпорации. Потому что для вас тоже будет полезно еще раз углубиться и посмотреть, и посчитать свои собственные выгоды, да, потому что в первую очередь мы приходим на вебинары ради своих собственных выгод. Жду ваши семерочки. Геннадий, здравствуйте. Рада с вами познакомиться. Я Наталья Жукова, партнер корпорации Constellation Luck. Мы вас приветствуем. Кто еще у нас на встрече из новичков, из гостей? Василиса, здравствуйте. Здравствуйте, прекрасное имя. Еще кто есть? Поставьте семерочки, не стесняйтесь. Здесь у нас девушка Екатерина, я так поняла, задавала вопросы, но почему-то она сейчас стесняется ставить семерочку. Очень плотно задавала вопросы после пятичасовой нашей встречи. Катюша, ждем вашу семерочку. Мы вас тоже поприветствуем, потому что в 5 часов вы не отозвались. Ну, наверное, Катюша вдруг постеснялась ставить нам семерки. Хорошо, не вопрос, как говорится. Да, моя задача – донести до вас информацию. Ваша задача – что потом с этой информацией делать? Либо ее отложить в дальний ящик, да, как говорится, либо ее использовать себе на благо себе любимому и, собственно, своим близким, да. Мы будем разговаривать об уникальном бизнесе, об уникальной корпорации нового формата, которая называется Constellation Luck Corporation, и является той возможностью, которая доступна абсолютно любому человеку на безграничных просторах нашего любимого интернета. Доступная возможность достаточно просто, достаточно интересно, динамично и в темпе строить свои финансовые доходы. То есть зарабатывать очень и очень приличные деньги. Повторюсь, мы будем разговаривать о построении долгосрочного бизнеса, о построении дохода по нарастающей. Много из нас людей, те, кто сейчас здесь присутствует, уже прошли какой-то свой опыт в интернете и уже поучаствовали в каких-то проектах, да, попадали в какие-то неприятные темы, в которых лишались своих денег. И здорово, конечно, что те люди, они продолжают искать, и они реально понимают, что в интернете есть приличные темы, и в интернете есть возможности, где действительно можно очень и очень хорошо развернуться в плане финансов. И я благодарю за то, что вы не опускаете руки, да, за то, что вы в поисках, и вы все равно понимаете, что интернет – это новая реальность, это будущее, да, это настоящее, но нужно быть внимательным с выбором для себя того направления, в котором вы хотите развиваться. Мы сейчас посмотрим, какие есть преимущества и что, собственно, представляет корпорация Constellation Luck, потому что это немножко иной подход к бизнесу, нежели к которому привыкли люди, которые участвуют, например, в сотрудничестве с MLM-компаниями сетевыми, да, люди, которые, ну, как они считают, участвуют в инвестировании чего-то, да. То есть это бизнес, который четко, ясно просчитан, бизнес, в котором колоссальные деньги, и деньги это делаются вместе с другими людьми. То есть мы объединяем людей для финансового благополучия и процветания каждого.
То есть мы каждый идем к своей цели, но вместе, да, вместе, но каждый к своей цели. И вот, скажем, начали эту тему, да, наш совет директоров. Это лидеры MLM-индустрии, интернет-предприниматели, которые прошли по интернету в поисках достойного заработка и, ну, в общем-то, ничего не нашли, потому что то закрывались проекты, а то вводили какие-то условия непонятные, да, то вообще, собственно, все в теории было. То есть люди решили объединиться и сделать свою тему, чтобы ни от кого не зависеть и принимать решения вместе, да, и решения такие, чтобы позволили действительно партнерам развиваться и процветать вот корпорации Constellation Luck. Изначально это был социально-экономический проект «Созвездие удачи». Возник он в 2015 году, вот вплоть до этого времени он шлифовался и принял, скажем так, огранку бриллианта, да, алмаз шлифовали выплаты, моменты выплат, как это сделать так, чтобы это было все лучше и лучше для каждого партнера корпорации. И в 2015 году, 3 июля, корпорацию зарегистрировали. То есть мы работаем в корпорации, которая работает на законных основаниях. Регистрация прошла на Сейшельских островах. Регистрация, которую приняли наши лидеры, да, наш совет директоров, именно там. Почему? Потому что это позволяет корпорации отдавать фактически весь денежный оборот в сеть, потому что корпорация как таковая денежной прибыли не имеет. То есть возникают вопросы, да, а, собственно, что зарабатывает корпорация. А корпорация – это мы вместе с вами, да. Естественно, у нас есть и люди, которые начали эту тему, это наши наставники, лидеры, совет директоров, но они зарабатывают точно так же, как и мы, партнеры, на супер-шедевральном маркетинге корпорации Constellation Luck. Так вот, что касается легальности, да, мы с вами обозначили, хочу обозначить те моменты, которые входят в наш бизнес-кейс, которые получают люди при подключении к нашей теме. Один из моментов нашего бизнес-кейса – это интернет-магазин под ключ с авторским серебром, с листовым золотом. Наш партнер – это Белая Церковь Украина. То есть каждый партнер получает интернет-магазин под ключ. Если он посчитал нужно продвигать товар в этом интернет-магазине, причем не заботясь о наполнении, там, о доставке, о всем прочем, то он получает процент за оборот вот этого товара, да, в магазине. Опять же, мы выбираем, хотим мы этим заниматься или не хотим, потому что это не основная суть бизнеса, и вообще, в принципе, это не самый важный момент, на который обращают внимание люди, когда подключаются к нашей корпорации. Ну, это приятный такой, знаете, для души, что называется, моментик, особенно для женского представительства, да, нашего населения. Что еще получают в бизнес-кейсе наши партнеры? Обучение интернет-предпринимательству, начиная с АЗОВ, да, и продолжая лидерством, развитием финансового сознания и все прочее. То есть максимальная поддержка для того, чтобы наши партнеры максимально зарабатывали, потому что это выгодно всем, и, как вы поняли, да, и совету директоров в том числе, потому что люди стоят в маркетинге, мы все, их команда. И получается, что получая инструменты для обучения, да, школы, вот такие вот вебинарные встречи, в вебинарной комнате, люди получают, в принципе, систему, которая их формирует, да, и которая, в принципе, показывает их кандидатам, да, что за возможности в корпорации. Также получает партнер библиотеку стоимостью в 10 тысяч долларов. То есть библиотека наполнялась нашими лидерами, да, она наполнялась годами, люди развивались, двигались дальше, и вот этот весь материал, который они покупали за деньги, этим материалом они наполнили библиотеку для нас. То есть у каждого партнера в кабинете есть библиотека, софты, курсы, программы и все прочее. Уникальная, классная библиотека, есть даже те, кто подключается, ну, собственно, даже из-за этого. Что еще мы получаем в совокупности, да, в нашем бизнес-кейсе, когда мы подключаемся к бизнесу. То есть мы покупаем бизнес-кейс. Причем, друзья, покупаем мы этот бизнес-кейс за совершенно смешные деньги. За деньги, которые может позволить себе абсолютно каждый человек. Потому что в корпорацию могут подключиться люди, начиная с 25 долларов. Даже, в принципе, есть и как бы стратегии, да, в каких-то командах, где из 10 долларов, да, с одной только программы спутника подключаются.
То есть это совершенно доступный для каждого вход. Особенно, я думаю, сейчас посмеются те люди, которые начинали свой бизнес на земле. Причем год-два они только шли в ноль, да, чтобы из минуса выйти. У нас здесь нет никаких минусов. У нас доступность и действительно жгучее желание человека изменить ситуацию, в которой он находится. Легальность компании, коллективность управления, нет админов, нет президентов, у каждого свой бизнес. Естественно, есть руководящий как бы вот этот орган, да, совет директоров, который, конечно же, заботится о том, чтобы было все замечательно в корпорации, чтобы она развивалась, потому что планы на будущее большие. У нас сейчас только 14 источников дохода, будут еще. И планы и перспективы у корпорации большие, да, и вместе делаем, вместе формируем наше будущее, объединяя людей думающих, людей, которые умеют, собственно, считать, да, и анализировать. Мгновенный вывод денег. Очень важно, когда вы подключаетесь в интернете к проекту какому-то, нужно четко понимать, да, даже если там заявлено на сайте, что деньги, ну, там, допустим, выводятся, да, это я говорю про такие вещи, как хайпы, например. Люди даже видят, как другие люди выводят деньги. Не факт, что вы сами их выведете. Плавали, знаем, что называется, да? Дадут маленькую сумму вывести, а на большую сумму заморозят просто-напросто аккаунт. То есть полный мгновенный вывод денег за 2 секунды на Perfect Money или Advanced Cash, вторая система есть платежная, это в тот момент, когда деньги у вас на кошельке. То есть сделано действие, деньги на кошельке, вывели деньги. Не на следующий день, не через неделю, не через месяц, а именно тогда, когда вы видите на своем e-кошелечке денежку, да, когда прошла работа, либо ваша личная, а либо уже потом работа команды даже. То есть это бизнес, в котором возможно сформировать и достаточно быстро пассивный доход. Такое любимое слово многими, да, просто не все, наверное, понимают на самом деле, когда он идет, этот пассивный доход. Но это уже другой разговор. Да. Доступный вход, полная автоматизация, да, вот я не сказала. Это очень важный момент, который позволяет нам двигаться далее и далее по финансовым нашим программам, которые, каждый из которых все доходнее и доходнее на автомате, двигаться на автомате. И все наши партнеры на автомате двигаются за нами по этим программам, скажем так, выталкивая друг друга, да. И, конечно, вот эта автоматизация, она, ну, просто не перестает радовать. Я восхищаюсь вот этим моментом, когда один источник дохода, в принципе, казалось бы, он такой обособленный, но они очень мудро прицеплены друг к другу и очень мудро ведут людей к серьезным деньгам. Естественно, те, которые хотят идти. Да? Доступный вход, достойный выход. Как я вам сказала, подключаемся к корпорации либо на $25, либо сразу на 75. Есть люди, вот сегодня были подключения на $105. То есть люди выбирают, как им действовать, с каким посылом они приходят сюда в бизнес, да. Есть тот момент, что кто заходит на $25, да, он далее делает необходимые вещи, чтобы, опять же, использовать все, что дает корпорация. Мы сейчас это посмотрим. Щедрый, простой и легкий маркетинг. Маркетинг удивительный. Вот сами эти программки, да, вот эти 13 источников дохода, ну, плюс интернет-магазин 14, они, в принципе, как бы одинаковые, но еще раз повторюсь, по построению, да, они отличаются доходностью, и переходим мы туда на автомате. 99% распределения денег в структуре. Что это значит? Это значит, что фактически весь денежный оборот, который проходит в корпорации, он распределяется на зарплаты. На минуточку, да, те люди, которые относятся к бизнесу с позиции цифр, да, стратегии, логики, как я всегда говорю, потому что бизнес это и есть, вот эти три составляющие, те люди должны понимать, да, когда подключаются к какой-то MLM-компании, потому что у нас тоже MLM онлайн-компания, нужно всегда выяснять, а сколько выплачивают в сеть, да, хотя бывает заявлено одно, а на самом деле там другое. Но факт остается фактом, что отрезать, допустим, пирожное, порезать пирожное на 10 частей и порезать большой торт на 10 частей, каждая из частей, она будет разная, да, соответственно, с одинаковым количеством партнеров. Соответственно, и нужно делать выводы, где зарплаты у партнеров будут больше. Вот такое распределение, процентик остается на развитие корпорации, на различные усовершенствования, да, опять же, на добавление источников дохода,
И корпорация уже меняла сайт, да, одежку свою меняла. Сейчас очень красивое, элегантное оформление. И, собственно, вот на это уходит вот этот вот маленький процентик, да. Антикредитная программа. Это есть функция в кабинете. Это не тот момент, что вот вы подключились к корпорации, и все, за вас тут закрывают, знаете, кредиты. Нет, есть функция, которая позволяет подкопить денежку, не выводить ее сразу на кошелек, чтобы на кошелек они не поступали, да, на вывод который, а именно как бы в накопительный балансик подкопить и потом получить сразу четкую сумму, которую вы забьете в этой программе, вы лично. Хотим пользуемся, хотим нет. Но то, что сейчас большая часть населения закредитована, я думаю, что я вам Америку не открыла. Общаешься с людьми и просто, знаете, как говорится, волосы встают дыбом. Потому что либо люди просто, знаете, как, ну, не рассчитали свои силы, там, кого-то с работы уволили, кого-то что-то. А есть те, кто набрали кредиты и отнесли в хайпы, понимаете? И просто, ну, начинаешь понимать, что вот как Вселенная, собственно, воспитывает, да, людей. Не бывает плохого опыта, да, он просто бывает. Он любой, да, опыт, опытом есть опыт. И поэтому вот здесь вот нужно понимать, если хочется какую-то сумму определенную, да, сформировать, тогда сдаем эту программку. Все получают одинаково, у нас в корпорации нет каких-либо моментов там блата, красивых глазок и всего прочего. Люди получают по своей активности. Если внизу появился человек, который активно начал строить бизнес, а верхний спонсор сидит и ждет чего-то, да, ждет, когда за него все построят, ну, здесь есть такой момент, что тот нижний человек обгонит его в выплатах. То есть, независимо, когда вы попали в корпорацию. У всех одинаковая стратегия, да, как бы вот механизмы одинаковые по маркетингу. И все происходит по активности человека, по его целеустремленности. Все очень просто. Хотя, опять же, я говорю, когда люди работают командно, сплоченно, они друг друга выталкивают, да, по вот этим вот классам, по тарифам. Одна работа, тройные выплаты. Мы регистрируемся в корпорации тремя зеркальными кабинетами. Повторяюсь, три зеркальных кабинета – это тройные выплаты, причем в каждом кабинете одна и та же команда. А если мы сразу не активируем три наших зеркальных кабинета, получая три бизнес-кейса, тогда мы активируем сначала один за $25, да, и потом просто из заработанных денег активируем второй и третий кабинет. Один заходит, получает несколько. Подключается партнер, получает три партнера. Делайте выводы те люди, которые работали с матрицами. Я вот не поинтересовалась, да, гости имеют ли опыт сетевого бизнеса какого-то, да. Ну, я думаю, что сейчас многие люди обращают внимание на сетевой принцип, потому что понимают, что сейчас век сетевой экономики. Сейчас везде приводятся вот такие вот сетевые вещи и в кафе, да, и в мобильную связь, и все прочее. В мире вообще это уже более 50 лет, да, лет 70, наверное. Поэтому это та индустрия, которая выпустила самое большее количество миллионеров. И люди, конечно же, начинают это понимать. Поэтому у нас тот момент, что строится бизнес, у нас строится он в команде. Я думаю, что это тоже сразу понятно. Одна работа, множественные источники дохода. Делаем работу в одном классе, открываются все остальные на автомате. Отлаженные стратегии работ. В командах уже свои стратегии отработаны, да, в зависимости, к какой команде подключаетесь. Все вас научат, покажут, подскажут. Естественно, если вы на связи, да, и, ну, вы понимаете, что вы пришли в бизнес, и, соответственно, он будет зависеть от ваших действий. Накопление и роскошные подарки. Есть у нас класс, в котором есть подарки. Не лизинговые, не кредитные, не промоушены, а именно деньги и подарки. Высокофункциональность кабинетов. Кабинеты настолько продуманы людьми, которые занимались сетевым принципом, которые работали с командами, потому что там очень все ясно и видно, и данные, и как развивается каждый партнер. Да? И, собственно, повременные даже, да, какие-то, какая-то статистика повременная по дням. Очень здоровский кабинет, где такой, знаете, минимум текста, как я говорю, интуитивно понятный интерфейс, очень здоровский, на самом деле. Я очень оценила, когда подключалась, и понимаю, что такое важные кнопки, необходимые крупным, да, и что-то там не очень важное, чуть мельче.
Ну, то есть это нужно видеть, да, друзья, это нужно подключаться, видеть, что за кабинеты и насколько они функциональны. Высококвалифицированное обучение партнеров. У нас постоянно вот эта вебинарная комната проводит какие-то встречи, будь то встречи для знакомства вот тех людей, которые хотят что-то вообще посмотреть, да, те, которые открыты к информации, будь то наши обучающие бизнес-встречи. Естественно, есть встречи, как правило, для партнеров, да, только, то есть там и с паролями, и совсем, то есть, ну, нужно делать выводы, да, потому что любой бизнес, в нем нужно развиваться, и это не просто что-то, да, это для тех людей, которые пришли в интернет заработать хороших денег, но не хотят развивать свою голову. Вот я говорю именно для этих людей, не получится. Поэтому совет директоров, они очень мудрые и понимают, как вообще человек богатеет, да, и как он вообще становится обеспеченным. Квалифицированная техподдержка на сайте, интернет-магазин под ключ, я уже говорила, и большая библиотека с электронными товарами. Это тоже я проговорила, да. И поэтому для того, чтобы начать бизнес с корпорацией Constellation Luck, естественно, нужна цель, да. Я очень надеюсь, что мои гости, вот которые сейчас здесь присутствуют, да, это и Геннадий, и Василиса, и Екатерина, все эти гости имеют цель, которая, ну, стоит не $100, то есть не айфончик купить, да. Вот, если вы, уважаемые гости, имеете цель, которая стоит, ну, $50,000, да, допустим, там, ну, пусть $20,000, поставьте, пожалуйста, в чат пятерочки. А мне хочется посмотреть. А, ну, вот только так, по-честному. Я очень надеюсь, что вы любите, когда с вами честно, да, и, собственно, все, что я сейчас говорю, все это идет у меня от сердца, и все идет совершенно искренне. Хотелось бы увидеть, насколько у нас люди целеустремленные, у них действительно есть цель, которая стоит, ну, минимум $20,000, да, где-то так. Спасибо, Геннадий, спасибо, Галя, за ответы. Возможно, угу. Хава, Николай, здорово. Спасибо. Возможно, опять же, у гостей, да, некоторые стеснения. Могу сказать сразу, убираем все стеснения в сторону, иначе стеснительные люди, они работают, как правило, на дядю, да, и дальше они не идут. Итак, что нужно? Цель. Нужны действия, и тогда получаем результат. Нужны действия. Нам нужно видеть, опять же, как происходят выплаты, и как формируются деньги. Вот о чем мы сейчас и будем говорить, да, непосредственно о том, за какое время, с какой командой, что нужно сделать, чтобы вам лично заработать жилье, автомобиль, путешествие, может быть, обучение для ребенка, у каждого свое, либо банально закрыть эти кредиты, которые вытягивают все соки и энергию, да, и закрыть ипотеки. Вот это наша программа бизнеса. Хочу сказать следующее. Мы работаем вот в этой программке, сейчас я возьму карандашик, вот в этой программке. Все остальные программы запускаются на автомате. Ну, интернет-магазин, он сразу у нас, да? Все остальные, они запускаются сами по себе. Работа идет в одной программе, в программе эконом. Опять же, есть команды, которые начинают работать вообще с основной программы. Они даже эконом как бы, ну, и не берут, да? То есть... Еще раз повторюсь, все самостоятельные, все творческие люди и лидеры команд, они вырабатывают какие-то свои стратегии, да, предлагают свои стратегии. Вот эти вот программы, они в принципе действуют как бы вот таким вот бесконечностью, да, то есть они реинвестируются, крутимся в этих программах и запускают одна другую, более доходную, более денежную. Теперь давайте посмотрим непосредственно вот с первой программки, то, о чем я говорила. Так работает большинство партнеров корпорации Constellation Luck. Работа начинается с золотого утроителя, с первой программки. Что такое золотой утроитель? Когда вы активируетесь, регистрируетесь, да, по трем ссылкам вашего пригласителя, то есть вам дали три ссылки, те люди, которые позвали вас, те, которые вас знакомят с этой информацией, дали три свои ссылочки. Вы регистрируетесь по трем, активируете свои кабинеты и получаете полный бизнес-кейс. То есть вы можете сактивировать, я еще раз повторюсь, хотя бы один, да, сначала, может быть, два сактивируете, а может быть, сразу три, да, чтобы, как говорят, ну так, не париться, да, вот, чтобы сразу, если есть возможность финансовая, сразу три кабинетика, да. Ну, это, кстати, тоже говорит о настрое на бизнес.
Далее, что мы делаем дальше? Мы зовем людей к себе в команду. Мы приглашаем людей на информацию, то есть в вебинарные комнаты, в брифинги, на спонсора. А люди слушают, то есть новичок у нас ничего не говорит, да, мы не рекомендуем самому доносить информацию, маркетинг, и люди уже принимают свое решение. Приглашаем первого партнера, если он решил к вам подключиться, 25 у вас накопительный баланс. Если у вас 3 кабинета активные, партнер тоже подключается с 3 кабинетами, значит на всех 3 кабинетах 25 накопительный баланс. А партнер один, например, Маша, да, вот она будет здесь Маша, она будет здесь Маша, и, собственно, здесь тоже. Далее, мы пригласили второго партнера, 25 в накопительный баланс. Это у нас, например, Оля, да? Оля пришла к нам в бизнес, получила полный бизнес-кейс, купила у нас, скажем так, бизнес-кейс. Мы ей продали, да, бизнес-кейс. И $50, вот эти $50, они запустили бизнес-класс. Вторую нашу программу, которая, в принципе, запускает все остальное. То есть, колоссальный, конечно, маркетинг, не перестает удивлять. И когда мы пригласили третьего партнера, мы сделали так, что наш тройничок, он как бы освободился и готов принимать 3 раза по $25. Что и было в самом начале, когда мы его активировали. То есть 3 вот этих места готовы принимать 3 раза по $25. В третьем случае это всегда ваш личный реинвест. То есть в этом случае денежку на кошелек получает верхний спонсор. Вот, это вот, вот этот золотой утроитель, он позволяет получать деньги на жизнь на каждый день. Как они будут, да, то есть вы можете мне сказать, вот 50 запустили бизнес-класс, да, третий партнер, он сделал так, что мы в реинвесте. А когда деньги будут на вывод, и что мы заработаем, и когда это, собственно, нужно вывести, да. А вот смотрите, к примеру, пригласили вы вот первый день, да, сразу 3 человека, ну, сразу за вами пришли 3 ваших друга, и тоже сказали, я тоже хочу сюда, я тоже хочу так. И вот у вас в первый же день допустился бизнес-класс. А те люди... К примеру, да, или в этот же день, или на следующий день пригласили своих 3, тоже своих 3 партнеров. Что произошло в этом случае? Они к вам пришли в бизнес-класс, дальше пошло развитие вот в этих программах, они пришли к вам в бизнес-класс, и они пришли к вам в ваш тройничок опять, потому что он был свободен, вы реинвестировались. Они пришли к вам в ваш тройничок. Пришел первый партнер на первое место реинвестом со своего 3-го партнера. Вы получили $25, $10 ушло на спутник автоматом, автомат списал, если у вас спутник заранее не сактивирован. Если нет, значит эти $25, они на e-кошельке, который у нас на вывод. То есть вы тут же задаете функцию, у вас через 2 секунды денежка на Perfect там, или на Advanced Cash. Далее, когда ваш второй партнер тоже пригласил 3, он к вам с 3-го человека пришел реинвестом, и это $25. Это $25 на вывод. Если есть второй и третий кабинет, значит, выводим и спокойненько тратим с удовольствием, что называется, да, понимая, что дальше наш бизнес развивается. Потому что в бизнес-класс будут приходить люди с вашей глубины. Бизнес-класс будет запускать следующую программку. Мы сейчас это посмотрим, да. Таким вот как бы образом выстраивается команда и выстраивается дальше бизнес. Если, например, ваши 3 человека, кто-то из них не хочет действовать, допустим, да, зашел и, ну, не понял, да, что он попал на самом деле в очень денежную машину, да, в бизнес, он думал, он пришел на переливчик, на халяву, посидеть просто, понаблюдать, такое тоже бывает. Мы приглашаем 4-го партнера, 5-го партнера, неважно, сколько вы пригласите, все ваши приглашенные будут попадать к вам вот в этот тройничок на свободное место слева направо. Повторяюсь. Все наши лишние, скажем так, партнеры, да, то есть 4-й, 5-й, 6-й, они все будут западать в тройник, вот их $25, их активация, она будет западать в тройник на свободное место слева направо. Если уже прошли реинвесты с вашей 3-шечки, кто-то уже реинвестировался, значит он встал на свободное место и ваш лишний придет на следующее место. Вот таким вот образом. На самом деле очень простая такая штука. Один раз, ну просто вот как бы понять, да, с чего она работает. Она работает, крутится либо с глубины, с построения команды, либо с первого уровня, который вы строите сами. Если все происходит динамично и там, то скорость, с которой будет крутиться золотой утроитель, это просто будет, ну, аховая, да. И поскольку раз она вам принесет по $150 в день, это... Зависит вот от динамики, от темпа, да, это не зависит от каких-то условий, от компании.
Сколько раз будет, столько раз вы выведете. При всем при этом, это не речь о больших деньгах. Это речь о деньгах промежуточных, чтобы вам было не скучно идти к деньгам на цель. Идти к деньгам на цель. Смотрим, какие деньги на цель и как к ним, собственно, мы идем. Точнее, мы не идем, мы летаем по орбитам, по планетам, да, на ракетах, да, то есть у нас космическая тема, у нас даже в кабинетах, как бы, вот такие космические картинки, мы видим, в каком состоянии наш тройничок, да, когда наша ракета сактивировалась. Это такой неординарный подход к бизнесу, кстати, вот игровой, ну, очень здоровский подход. И получается так, что когда мы запустили наш бизнес-класс, а запустили мы, когда пригласили два партнера, и все то же самое, когда пригласили два партнера, все ваши люди будут вылетать к вам на три вот эти линии в бизнес-класс. Здесь три линии, здесь тренар. Все ваши три линии, которые строятся в эконом-программе, они будут переходить в бизнес-класс. Ну, конечно, еще раз повторюсь, если кто-то не решил просто посидеть за этим. Приходим в бизнес-класс. Когда в бизнес-классе накопилось $50, а там в бизнес-классе деньги 915 долларов формируются, когда они накопились 50, открылся зодиак, когда накопилось 250, открылся следующая программка, это элит-бизнес. Элит-бизнес имеет вид такого же золотого утроителя, как наша первая программа. Премиум имеет вид такой же, как бизнес-класс. Они абсолютно одинаково строятся. Три уровня, тренар. Элит-премиум имеет такой же вид, как тройничок наш первый и как элит-бизнес. VIP-класс имеет такой же вид, как премиум и как бизнес-класс. То есть одинаковые простройки как бы маркетингов, да, это одноуровневый утроитель вот этот и тренарчик. Единственное, что в спутнике у нас идет бинар, поэтому люди стараются сактивировать спутники пораньше, чтобы занять хорошее местечко, чтобы к ним уже шли переливы. Вот спутники идут переливы вообще с других параллелей. И вообще, в принципе, в бизнес-классе идут переливы, да, но, опять же, кто-то может кого-то, да, там, зодиаки обогнать. То есть мы смотрим четко и показываем людям, да. Если мы хотим двигаться вместе, значит, мы работаем. А значит, мы помогаем друг другу. Значит, мы выталкиваем людей по тарифам, по классам. Если нет, на нет и сюда нет, ты мне не мешаешь. Я поставлю лишнего личника, он ко мне тоже придет в бизнес-класс, и у меня абсолютно так же запустятся все остальные программы. Вот и все. Все очень просто. Все очень просто. Посмотрите, какая доходность в этих программах, да. Зодиак – это вообще какая-то, вообще, я не знаю, с сумасшедшими деньгами, да, штучка. Такой класс, который запускается автоматом, и один другую орбиту запускает на автомате, и они не перестают крутиться, да. То есть во всех этих программках идет бесконечность. Бесконечно, да. Бизнес-класс отработает 615 рублей, 615 долларов – вы выведете на кошелек с этой программы, помимо того, что у вас на кошелечек вот здесь вот всегда идут по $50 с тройника, да, и далее он опять перезапустится, бизнес-класс. То есть перезапускаем, реинвестируемся, и опять $915, с которых уже не будет запускаться или бизнес, да, и зодиак. Они уже будут все с каждого уровня, как только туда вылетел на автомате партнер, это деньги. Вылетел партнер, это деньги. Партнеры вылетают вот с этой программы, вот с этой. То есть мы работаем здесь. И получается так, что когда у нас запустился премиум, да, наш вот этот элит-бизнес, это элитный тройничок, как я его называю, он уже не по 50 приносит, как вот здесь, вот, да, он приносит по $500. Одни и те же люди, если они не тормозят, три наших личника, их 9 человек и их 27 человек, все эти люди с нами летают по программам. И вместе открываем более доходные источники, да, уже действительно серьезных денег, которые необходимы нам для крупных каких-то покупок. Ну, вот эта вот стрела развития, да, по программам, может быть, так немножко будет вам наглядно и понятно. Это именно программы, как они запускаются, да, здесь не отображен зодиак и спутник, еще две программки. Ну вот это вот основные программы, то есть вот он, тренарчик такой, только доходностью в десятки раз больше. А вот он, тройничок с $50 в тройнике доходностью, вот с $500 в тройнике доходностью, вот с 5000. Вот эта программка, она будет активироваться по желанию, да. Вот здесь вот уже
вот с этого VIP-тренара, с него, как только на первый уровень выйдет партнер, это сразу на кошелек, на второй уровень, неважно, на третий уровень, все это на кошелечек. Я повторяюсь, вот эти программы, они делаются вместе друг с другом, потому что когда партнер прилетит к вам на первый уровень, вот в этой программке, он прилетит еще к двум людям, кому-то на второй уровень, кому-то на третий уровень. И в этом случае три человека у нас зарабатывают деньги, понимаете? Кто-то в накопление, чтобы открыть, у кого открыт элит-бизнес, тот уже зарабатывает деньги на вывод. Поэтому очень так это хорошая такая первая, что называется, промежуточная цель, это как можно быстрее открыть зодиак и элит-бизнес. Все, дальше просто идет сплошной шоколад, понимаете? И здесь деньги идут на вывод, и вот здесь вот идут денежки на вывод. Приглашаете вы лично приглашенного, вы можете пригласить там лишнего человека, он сразу за собой двух человек завел. Получается, что вы получили сразу 25 и сразу 30. Это 200% реферальных денег. Представим так, да, что человек пришел уже с двумя партнерами. 200% реферальных денег. Ну, если говорить там языком интернетовским, да, языком рефералов. То есть вот таким вот образом. У нас проходят отдельные школы по маркетингу, да. У нас люди приходят и вникают, и разбираются. Они задают вопросы своим пригласителям. Они, собственно, смотрят, да, саму математику и стратегию. И у нас есть просчитанные программы, да, быстрого старта, тогда, когда все движутся в одинаковом русле. Да, когда, например, в течение трех суток вы приглашаете трех людей на $75, да, и здесь можно просчитать, что именно будет за вами заработано, допустим, даже на 18-й день. Это будет порядка $6000 заработано, при всем при том, что открыты более денежные программы, которые на 21-й день дают еще вот такие вот суммы, $24000, да, $1500, $2430. То есть это только расчет вот от вас, да, как от первого человека. При всем при этом ваши трое человек, они будут, ими будет заработана сумма вот такая вот, да. Это можно посчитать. Это будет сумма где-то около $4000, да. Это ваша троица, каждый из вашей троицы заработает такие суммы. И у них тоже у всех откроются классы, запустятся на автомате классы. Даже если мы возьмем вот эти 18 дней, а не 30. Потому что 30 дней – это $433 000, 155, да? Посмотрите. Это если все выполняют одно и то же условие. Три партнера в течение трех суток за $75. Если мы выполняем условия за $25, да, то на 18 день – это $1960 у вас. Это $1300 уже выведенных денег, да, то есть я не говорю вам деньги, которые вам работают на будущее, а это именно выведенные деньги. 1300 у вашей троицы, по 750 у их девятерых человек, у тех 27 дальше там у них уже по $90 выведено. То есть вот таким вот образом все зарабатывают деньги, что очень важно. Нет никакого залива наверх. Все распределяется четко, по справедливости, и фактически 100% денег. Давайте мы будем себя уже оценивать на 100% реферальных, а не на 10, не на 20, на 30. Ну, это опять же, наверное, где-то опыт, да, чтобы поработать, наверное, там, где на 10, на 20, на 30, а потом понимать, что много денег не бывает. И чем больше включаешь свою осознанность, да, и расширяешь мировоззрение, тем больше хочется денег. Потому что ты понимаешь, что можно на них сделать, да. А сколько, в принципе, даже добрых дел, да, можно сделать. У нас есть кнопочка «Благотворительность» в кабинете. То есть люди по желанию отчисляют, да, какие-то суммы на благотворительность. Корпорация уже устраивала жест благотворительности в детском доме. Большой респект, да, нашим организаторам. Все очень здорово. И вот этот вот зодиак, который с доходностью на бриллиантовом, например, уровне, который вообще не умещается в головах у людей, но это просчитанная и запущенная программа автоматов. Да? Делаем так, значит, получаем такие деньги. Ну, на нет, как говорится, и сюда нет. Вот остановлюсь вот на этой программке, которая называется программа «Спутник». Это программа накопительная. Вот эта программка вообще очень интересная. Ее, вы знаете, ее активируют сразу люди даже. Не ждут, когда будет реинвест, да, и когда в тройничок попадет 25, чтобы с них списать 10, они сразу это активируют. Почему? Да потому что в эту программу они встали вот на первую позицию, и к ним будут приходить
в их спутник люди совершенно с параллельных команд, даже не с их команды. Потому что двойное построение, потому что я пригласила трех, мои двое вылетели в спутник, третий, соответственно, куда пойдет? Под моего первого. А это не его партнер, это мой партнер. И таким образом вообще строятся все команды, да? И в этом спутнике деньги плюс подарки. Заработали $254, это на одном кабинете, да? Получая подарки с интернет-магазина. Заработали $2500, это один кабинет, если три, соответственно, 7,5. Получая подарки вот такие. Заработано $25400, деньги и подарки. Toyota RAV4 из салона корпорация оплачивает, да? То есть вот эти вот тоже запускаются автоматически спутники, да, один другого запускает, но тоже можно запустить заранее, и люди так делают. Те, кто пришел по-взрослому в этот бизнес. Не те, кто пришел посидеть здесь, побарахтаться недельку, две недельки, три недельки, побежать опять в какой-то проект очередной, да, который громко входит и, как правило, также громко и падает. Вот. То есть те люди, которые пришли сюда, как я говорю, по-взрослому, да. Вот таким вот образом, друзья. Это у нас накопительно-подарочная система. У нее условия 3 аккаунта и 3 партнера за собой. Вот, поэтому мы сразу входим 3 зеркальными кабинетами, чтобы не было необходимости потом в каждом кабинете отдельно строить команды. Мы заходим одной командой, и вся она отображается во всех 3 кабинетиках. Поэтому, если действительно вы посмотрели вокруг себя, да, посмотрели, сколько стоит ваше личное время, сколько вы лично стоите в наемном труде, если вас это не устраивает, и вы считаете, что вы стоите намного дороже, что вы достойны больших денег, что ваши кредиты они не могут ждать, и вообще, собственно, время летит настолько быстро, что люди, которые уже в прекрасном возрасте, оглядываются и понимают, что у них вся пролетела жизнь. А они ничего не видели, они еще, как говорится, не скакали по берегу океана на лошадке, да? Такое сплошь и рядом. Если вы отказываетесь это признавать, если вы хотите в своей жизни все только самое лучшее, качественное, если вы хотите, чтобы и вы, и ваши дети, и внуки посмотрели мир, чтобы они жили на другом уровне и, собственно, останавливались в отелях даже, да, другого уровня, если вы действительно это хотите, тогда время принимать решения и действовать. Мы протягиваем вам, что называется, руку помощи, да, вы протянете ее другим людям, и вот таким вот образом, объединяясь, получая шикарный бизнес-кейс. То есть мы не просто зовем людей на деньги, да, мы даем людям платформу для развития, классную платформу. Мы даем людям, опять же, поработать, может быть, где-то с украшениями, кому это нравится. И здесь такие перспективы, что те люди, которые двигаются серьезно, они, как бы, есть перспектива также участвовать в совете директоров, да, и это очень здорово. То есть корпорация совместными усилиями развивает себя, наполняет себя и делает так, что, знаете, очень интересно все складывается. 5 шагов к успеху. Взять ссылку пригласителя, зарегистрироваться, активироваться на 25, либо на 75, либо на сразу еще и на спутник, да, пригласить 3 партнера можно и нужно больше. Обучайся и действуй одновременно. Еще раз повторюсь, будете приглашать сами 4-5, ваш тройник будет крутиться быстрее. Что значит крутиться? Это каждый раз вам давать на вывод $25 и $25. Обучайся и действуй одновременно, снимай деньги и будь свободным и богатым, да? Потому что денежная энергия – это та составляющая, без которой нельзя. И, я думаю, что вот этот момент объяснять не нужно, это мы, опять же, все объясняем на наших школах. Первый шаг – поверить в себя, не искать помощи на стороне, не ждать, чтобы там другие одобрили и поддержали, да самому это сделать. Знаете, вокруг нас очень много людей умно-бедных, как мы говорим, да, те, которые понятия не имеют, что такое сетевой принцип работы, а те, у кого свои, там, знаете, тараканчики в голове, там, нашептывают что-то, поди-ка посиди, ток-шоу посмотри, да, возьми пивка там и все прочее, а что тебе париться, да, а зачем, да, в принципе, судьба, да, куда ты там попрешься, это вот те тараканчики, которые нам говорят, и также есть люди, которые выступают вот в такой вот роли около нас. Жизнь наша, решение принимаем мы, и, соответственно, получаем, собственно, мы свою жизнь, то, на что мы настроились. Поэтому убираем стеснения, сомнения, разбираемся в информации, верим в себя, любим людей, да, и понимаем, что в этом мире только вместе с людьми
все формируется. Будь то магазины, будь то парикмахерские, будь то салоны какие-то. Все формируется там, где есть люди и их денежная энергия. Вот таким образом закручивается вообще абсолютно любая тема. Поэтому начните свою историю успеха сегодня. Не откладывайте, да, на завтра, потому что решение, оно вообще возникает за первые 7 минут. Это доказано уже научно, да, если человек, у него, как говорится, интуиция, его чуечка, да, она почувствовала, что да, мне надо сюда, она ему подскажет. Я буду очень надеяться, что все наши гости, они умеют слушать свою интуицию, и все гости, ну, понимают, что на халяву больших денег никогда не будет. Нужно вначале потрудиться, а потом наслаждаться результатом своего труда. Я благодарю вас за внимание. Если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Вот сейчас вот, да, я благодарю, что вы не перебивали, что вы выслушали внимательно и отвечали на вопросы. Пишите свои вопросы, я постараюсь на них ответить, где-то вернуться на, может быть, на другой слайде. И вам спасибо, Тамара. Ребят, пишите, те, кто наши новенькие, напишите, что волнует. Вот какой сидит вот сейчас вопрос внутри, да? Опять же, да, я с вами. Замечательно, Василиса, я очень рада. Я очень рада. Вот люди, которые умеют быстро принимать решения. Угу. Благодарю вас. Благодарю. Вообще, вы знаете, в этой жизни выбираются наверх, да, зарабатывают серьезные деньги те люди, которые умеют быстро принимать решения. Вот как-то так. Благодарю вас за внимание. Смотрю, вопросов, наверное, нет. Угу. Вопросов нет. Василиса свяжется с пригласителем, да, тот, кто позвал на встречу. Я вас тоже благодарю за внимание. Я желаю вам всем, чтобы ваше настроение ничем никогда не омрачалось. Чтобы вы могли пойти в магазин, пойти куда-то там, да, и не смотреть на цены. Чтобы вы могли, в общем-то, покупать то, что хочется, да, а не то, что можно. И, да, да, прямо сейчас, Василиса. И я желаю всем нашим партнерам адекватных собеседников и радости при общении с людьми. Потому что, когда мы общаемся с людьми, мы развиваемся и познаем сами себя. Я поэтому вам искренне советую, любите общаться с людьми. Любите общаться с людьми. Вам спасибо. Спасибо, Елизавета. Ну, хорошо, не будем тогда больше задерживаться. Дальше пошли строить свое будущее счастливое. Всех благодарю за внимание. До новых встреч. Следите за расписаниями в чатах. Всем до свидания.